В зале городской администрации состоялось награждение памятным знаком 60 лет Российскому союзу ветеранов, председателя Совета ветеранов Великой Отечественной войны, труда и правоохранительных органов города Хасавюрт Нажмудина Залимханова и медалью 30 лет Доксовету ветеранов, присвоенная Президиуму Дагестанского Совета ветеранов. Поблагодарив всех за достигнутые результаты в различных сферах трудовой деятельности и за большой вклад в развитие ветеранского движения других направлений общественной деятельности, имеющих высокое общественное значение, обеспечивающих значительное вклад в духовно-патриотическом и гражданском воспитании подрастающей молодежи города. Нажмудин Нажмудинов отметил, что в дальнейшем работа Совета ветеранов будет проводиться на высоком уровне. В первую очередь я хочу за это поблагодарить руководство администрации, значит, и бывшее руководство, и настоящее. Во-вторых, я хочу поблагодарить депутатский корпус, который меня всегда поддерживает. В-третьих, наших руководителей отделов и департаментов. Я постараюсь вас не подводить, и Хасавюрт. Вчера как раз был юбилейный пленум. К вашему сведению сказали, самая лучшая работа ветеранская в Махачкале, Хасавюрте и Кизляре. Значит, так что это ваша заслуга. Спасибо.